Приветствую вас на своем канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Вот и сейчас у нас продолжение миссии. Что, снайпер где-то? Кто-то меня хочет. Бронемашина, она творит немало бед. Надо с ней разобраться. Да без проблем, так. Вот и все, я так думаю. Так, это я куда смотрю-то? Это я правильно смотрю. Теперь осталось только дождаться. Так, я не понял, у меня что, машина-то не хочет ехать обратно, что ли? Так. Все, бежим. Одной заботы меньше для партизан. Теперь мне надо. Так, хватит сиськи мять, пора. Ой-ой-ой, там еще что-то взрывается после нее, что не довзрывалось. Ладно, подождем. Давай еще. Голову.
Сколько у вас там осталось? Двое. Ну, двое, так двое. Смотрим. Хотя, что смотреть-то, господи, я сейчас вас завалю нахуй. Ты не понял, да, как я его завалил? Обыщем. Вот и все. Хреновый какой-то. Тут фортпост был. Это... кружок самодеятельности. Так. Взяли. Тут где-то... ну, еще же были тела, точно помню. Это я точно помню, еще были тела. Где они? Понятно, вот кто меня, значит, да? Вот, значит, кто меня там все время пас. Свинопас. Так, ну-ка, подождите, это вообще нечестно. Так. Из-за гребаного сундука, да, значит, мне? Попал. А ведь тебя практически не видно. Так, все. Надо только узнать, где этот падла сидит, который разведданный передает. Так-то ничего себе, да? Спокойно. Вон он. Где-то падла тут вот. Ладно. Смотрим. На что именно он реагирует. Там где-то еще один снайпер. Где-то еще один снайпер, да?
ждем, ждем. Отличная работа, скажу я себе. Отлично. Я так вообще рад до соплей. Так, а у меня что? А там две точки все-таки надо. Давайте обойдем. Кто тут? Никого. Значит, их уничтожать потихонечку. А, вы все-таки меня спалили, да? О, у этого-то прицел еще есть. Ну что ж. Давай, я тут шороху сейчас наведу. Прибывает подкрепление, пусть прибывает. Я-то пойду другим путем. Я уверен, что здесь есть чем поживиться. Вот сюда пока зайду. Так, один вот здесь. Где ты? Нет, так не пойдет. Яш.
Нес. Фух. А сам дыхание задержал на долгое время. Так, что у нас здесь? О, какая прелесть. Только перед началом. Так. Я вот маленько... Думаю, я собрал все, что мог. На пакостью. Где он у меня? Ну и вот так вот. Спокойно. Попал. Шапки вон. Так. Немцы очень довольны собой. Жаль их разочаровывать, но придется. И что еще остался у нас? Я когда успел автомат-то поменять? Ну ладно, чё. Это радист был. Так. Надо посмотреть, где-то я успел поменять автомат. Это мне очень пригодится. Вот на этом теле, наверное. Хотя нет. О, подорвались. Какая прелесть. Так. Вот и все. Да. Для вас патронов мне не жалко. Блин, вот так вот хреначить их — одно удовольствие, этих нелюдей. Так, это радист, у радиста что-то было. Он бежит. Больше ничего не найти. Снайпер где-то. Вон он. Нифига не так. Так, поместить заряд. Вот здесь я, да, должен поместить заряд. Да, здесь.
Так. Пора сняться с места. Сваливаем. Красота! Отличная работа, скажу я себе. Больше ничего. Так, 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 так. Ну, растяжка хоть тут сработала. Не зря вставил. Так, теперь давайте-ка снайпера вырубим. Так, так. Надеюсь, он там один. Сначала пробуем вот таким макаром. И у нас получается. Так, а у нас что осталось? А, у нас осталась главная задача — поместить заряд. Все понятно. Так. Есть еще? Ну ладно. Давай, давай. Надеюсь, все, кто там были, уничтожены. Если там кто-то был вообще. Так, и... Надо посмотреть, как у нас тут дела. А у нас дела не очень хорошо. Подождите, а так они же с моста тоже ко мне уходили. Так что у нас даже еще лучше дела, чем могло бы быть. Так, тут у нас нету снайпера, надеюсь. С этого боку. Вот это вот сюрприз. С гранатами на пузе. Ну, обшаривай давай. Куда только смотрел? Кажется, забыл тут все полезное. А здесь? Давай с этого возьмем. Так, а мне куда-то вниз надо поместить заряд. Спуститься надо, да? Давай. Пробил. Чувачка. Так, где спуск? Где спуск? А, вот он спуск. Стоит еще один. Тут больше ничего нет. Бум. С дальнего начал, чтобы переднюю не видел. Кто там сигналит?
И это вот никого. Bleib bloß wachsam! Ja, halt dir lieber die Augen offen. Nicht hier. Только мне надо будет, скорее всего, автоматом. Оп, оп. И вот так. Не успел ты никого предупредить. А если даже успел, то мне... Так, R. Пора сняться с места. Так, так, так. Пора сняться. А мне только один ход, да, назад? Убейте его. Не надо меня убивать. Спокойно. Ну давай-ка лекарство примем. Так, нечего взорвать. Бежал, 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 чтобы сдохнуть уставшим. Пусть меня пока тогда там ищут. А я пока сваливаю. Тихо, тихо. Вот так. Ну давай, 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 опа. Пробегаем. Так, между двух кирпичей. Нет, вот это, вот это. Не знаю, почему так, но как бы то ни было.
Попал. Орудие разрушено. Враги повержены. Я выжил. Что может быть лучше? Блин, только подбегать пришлось. Вот погоняли они меня, падлы. Ну что ж. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!